Начинает быть неспокойной. За вихрем каменных обломков последуют жара с температурой 300 градусов Цельсия, ураганные ветры, цунами высотой 200 метров и густые облака, несущие кислотный дождь. Это погода на тот день, когда огромный метеорит упадет на Землю. От горячих осколков, отлетевших от места удара, разгорятся пожары. Это случалось раньше, и это может повториться. Нигде на Земле не безопасно, когда падает такая глыба. В результате удара человечество может погибнуть. Спасайтесь, а мы подготовим вас к величайшей катастрофе, угрожающей Земле. У нас на Земле определенные виды климата. На других же планетах бушуют невиданные бури. Мы надеемся никогда не увидеть такой климат на Земле. Но почему он может наступить на нашей планете? Сможем ли мы пережить экстремальную космическую погоду? Крайности космической погоды, метеоры. Лос-Анджелес, Калифорния. День выдался замечательный. Небо чистое. Но погода быстро меняется. Каменная глыба из космоса летит к Земле в сотни раз быстрее любой пули. Она врывается в атмосферу и ударяется о поверхность Земли силой 20 миллионов тонн тротила. Агломерация Лос-Анджелеса полностью уничтожена. Но это далеко не все. Вскоре после этого, в 600 километрах на севере, огненный шар из горячего пара и обломков достигает Сан-Франциско. Следует мощное землетрясение. Еще один город разрушен. Последствия удара отразились на всей территории Соединенных Штатов. Сажа разносится на тысячи километров по всей стране, вплоть до Нью-Йорка. С такой крайностью космической погоды земляне еще не сталкивались, но это могло бы произойти, если бы на Землю упал большой метеорит. Метеоры — это вид погоды или, по меньшей мере, фактор, влияющий на погоду. Прогноз погоды — продолжительный дождь из камней и льда. Так что это практически погодный феномен. Чтобы понять угрозу от метеоров, нужно заглянуть в прошлое. Метеоры — одна из самых страшных сил природы. Миллиарды лет они вызывали резкие изменения погоды и могут снова сделать это в будущем. Камни, оставшиеся со времен образования Солнечной системы, таятся в астероидном поясе между Юпитером и Марсом. Но иногда они выталкиваются и берут курс на столкновение с Землей. Пока камень в космосе, он называется метеороид. Когда он проходит через атмосферу Земли, от давления торможения он нагревается, становясь огненным шаром. Метеором. Атмосфера Земли действует как защитный слой и сжигает метеоры. Но некоторым удается проскользнуть. Когда они падают на Землю, то становятся метеоритами. Эти глыбы из камня и металла могут серьезно повлиять на наш климат. Метеоры могут вызвать сильное нагревание атмосферы. Они надолго поднимают в атмосферу пыль. Самое меньшее, метеоры могут привести к изменениям погоды, а потенциально и климата. Со времен образования Солнечной системы о Землю и другие планеты ударялись миллионы космических камней. Сегодня на Земле осталось около 200 видимых кратеров от ударов. Наша погода, ветер, дождь и снег стерли большинство следов от ударов.
Однако можно посчитать кратеры на Луне, чтобы оценить, сколько ударов Земля пережила в прошлом. На Луне нет ни атмосферы, ни погоды, ни эрозии. Историю кратеров можно прочитать на ее поверхности. Нам постоянно напоминают о серьезной опасности, исходящей от метеоритов. В последние десятилетия появилась любительская запись того, как камни из космоса падают на Землю. В 1992 году в штате Нью-Йорк, США, по ночному небу пронесся огненный шар и ударил в машину. Каждые несколько сотен лет крупные метеориты, известные как астероиды, могут упасть на Землю и изменить нашу жизнь. Результат удара зависит от того, сколько энергии было в метеоре, когда он вошел в атмосферу. В крупных, плотных и быстро движущихся метеорах энергии много. Астроном Майкл Мишна исследует потенциалы различных видов метеоритов, сбрасывая сферы разного размера и плотности в кучу песка, чтобы продемонстрировать кратеры. Посмотрим, что вышло. Что у нас тут? Отлично. Кратер от маленького стального шара немногим больше, чем сам шар. От шара для боулинга удар куда заметнее. Размер кратера, который оставил шар, значительно больше, чем он сам. Обычно так и происходит. Ударные кратеры, как правило, оказываются в 10, а то и в 20 раз больше космических тел. Давайте посмотрим на самый крупный шар — Medicine Ball. Разрушение от него значительнее, чем от других. Размер кратера во много раз больше самого шара, и он глубже остальных. Это потому, что Medicine Ball очень плотный. Если, например, взять этот шар и раздуть до 2-3 километров в диаметре, при его падении получился бы огромный кратер, который мог бы уничтожить целый город. Космические камни могут не только оставлять кратеры и разрушать города. Они способны вызвать климатический катаклизм невиданного масштаба. Земля переживала страшные бедствия. Ураганы, землетрясения, цунами, лесные пожары. Но представьте, что все эти катастрофы происходят одновременно по всей Земле. Ученые считают, что каждую сотню миллионов лет на Землю падает астероид, массы которого достаточно, чтобы вызвать конец света. Один из них привел к исчезновению динозавров 65 миллионов лет назад. А сколько времени осталось у нас? Крайности космической погоды. Крайности космической погоды. 65 миллионов лет назад Земля пережила страшный удар. Многие ученые думают, что камень размером с гору Эверест упал в океан недалеко от полуострова Юкатан с силой взрыва в 100 миллионов мегатонн. Внешний слой воды поднялся в высокое цунами, которое смыло внутреннюю территорию на десятки, если не сотни километров вдоль северного побережья Мексиканского залива. Из-за этого залежи полезных ископаемых у берегов Техаса оказались в Мексиканском заливе. Их вынесло туда с материка. Пока берега исчезали под огромными волнами, от метеорита с дна океана разлетались каменные осколки, которые взлетели в атмосферу и выпали дождем. Поверхность Земли внезапно разогрелась до температуры пылающей печи.
Темное облако пыли заполнило всю атмосферу, вызвав кислотные дожди по токсичности, равные аккумуляторной батарее. В пыли было много серы, которая создает в атмосфере аэрозоли, нагревающие верхние слои атмосферы и охлаждающие нижние, тем самым влияя на климат. Температуры на Земле сначала сильно поднялись, а потом упали ниже обычного для климата уровня. Но самое важное, поднявшаяся пыль блокировала солнечный свет, и процесс фотосинтеза остановился. Целая пищевая цепь была разрушена. Этот глобальный катаклизм продолжался тысячи лет. В его конце 75% крупных видов организмов, включая динозавров, сгорели, окаменели или вымерли от голода. Какие динозавры обитали в Северной Америке во времена тираннозавров? Что с ними случилось? Я думаю, они, скорее всего, сгорели. Если бы астероид того же размера упал сегодня, люди, наверное, повторили бы судьбу динозавров. Если бы удар того же масштаба случился сейчас, ветры ураганной силы подули бы на тысячи километров во всех направлениях. Приливные волны затопили бы все прибрежные районы. Через 2 часа после удара на Юкатане восходящий поток воздуха пересек бы более 2000 километров до Нью-Йорка. Осколки, принесенные ветром, изрешетят вас, как пули из дробовика. Одно это уже смертельно. Атмосфера разогреется настолько, что будут возгораться бумага и сухие листья. Ударная волна не только вызовет пожары, но разобьет оконные стекла. Такие строения, как Бруклинский мост и другие сооружения, будут повреждены. Но гнев астероида-убийцы на этом не прекратится. Повсюду разгорятся лесные пожары. Не забудьте о кислотных дождях, а также о повышенных температурах на поверхности. Даже в современном мире человечество может погибнуть от такого удара. По оценкам, другого такого астероида можно не ждать в ближайшие 35 миллионов лет. Но это всего лишь приблизительная оценка. Последнее массовое вымирание произошло 65 миллионов лет назад, и может показаться, что мы в безопасности в ближайшие десятки миллионов лет. Но эти вещи не случаются периодически. Поэтому есть вероятность, что это случится в обозримом будущем. Весьма возможно, что огромный астероид снова упадет на Землю. Но нам не стоит забывать и о тысячах мелких камней. Всего 100 лет назад на Земле произошло совершенно иное столкновение с небесным телом. 30 июня 1908 года в Сибири, в районе реки Подкаменная Тунгуска, прогремел взрыв. В результате взрыва сгорело 80 миллионов деревьев на площади, равной 3 таким городам, как Нью-Йорк. Происшествие на Подкаменной Тунгуске долгое время оставалось тайной. Ни кратера, ни обломков метеорита так и не нашли. Стали расползаться слухи, что это было нападение пришельцев. В 1945 году атомная бомбардировка Хиросимы пролила свет на эту тайну. Ученые узнали, что мелкие камни из космоса взрываются в атмосфере, как атомные бомбы. Они взрываются и разлетаются на осколки, даже не достигнув поверхности Земли. Энергия, находящаяся в атмосфере, эквивалентная энергии взрыва небольшой атомной бомбы. Ученые считают, что метеороид величиной с 1/2 футбольного поля ворвался в атмосферу над Сибирской тайгой. Сам метеор был раздроблен при столкновении с атмосферой.
Однако взрывная волна направилась вниз и прокатилась по тайге, спалив 2500 квадратных километров леса. Рядом с той взрывной волной и ветром, поднявшимся от удара, сильнейшая буря на Земле покажется легким ветерком. Не нашли никакого кратера. Одни лишь стволы лежали на земле, как если бы огромная рука из космоса придавила бы лес, повалив деревья веером во всех направлениях. К счастью, район, где произошла катастрофа, малонаселен. И никто не погиб. Падение Тунгусского метеорита считается мощнейшим ударом метеороида в истории человечества. Но если бы камень такого размера взорвался над городом, люди вряд ли бы пережили подобную бурю. Во-первых, инфракрасное тепловое излучение поджарило бы большинство объектов на поверхности. Практически сразу же последовала бы взрывная волна. Она повалила бы здание. Представим, что Тунгусский метеороид взрывается над Сан-Франциско. Небоскреб Трансамерика, самый высокий в городе, имеет широкое основание и сужается с каждым этажом вдоль диагональных конструкций, повышающих его устойчивость. Однако даже он не сможет устоять перед таким мощным ударом. В небоскребе Трансамерика взрывная волна, возникшая при столкновении, разобьет все стекла в окнах и конструкциях. Здание, возможно, устоит, но с сильнейшими повреждениями. Конструкции из бетона и стали будут покорежены, потому что это очень мощный взрыв. Столкновения с метеоритами размером с Тунгусский встречаются приблизительно каждые 100 лет. Катастрофа, произошедшая 100 лет назад в Сибири, предупреждение для нас. Ввиду такой опасности в НАСА составили специальные таблицы 5000 потенциально опасных астероидов. Эти камни, размером больше футбольного поля, могут оказаться в 8 миллионах километров от Земли. НАСА опубликовала риски их падений в интернете, что похоже на систему раннего оповещения о цунами и ураганах. Есть обломки, орбиты которых пересекают земную орбиту. И однажды они пересекут орбиту Земли, когда она там окажется, и на нас обрушится удар астероидов. Это уже случалось и еще повторится. Поскольку 75% земной поверхности занято водой, астероид, скорее всего, упадет в океан. Но это не спасет нас от катастрофы. От удара астероида поднимутся волны, которые будут в 30 раз выше, чем цунами в Японии и Индонезии. При падении в океан возникнут мега-цунами, которые смоют прибрежные районы. Мы наблюдали это во время мощнейших землетрясений. Основной ущерб был нанесен цунами, а вовсе не разломами земной коры. Риск столкновения с астероидом нельзя игнорировать, поэтому разрабатывается техника, чтобы предотвратить его. Мне больше всего нравится гравитационный трактор. Мы просто подходим на нем к астероиду и с помощью силы взаимного притяжения между космическим кораблем и астероидом медленно буксируем, постепенно меняя его траекторию. При борьбе с любым катаклизмом, чтобы подготовить защиту, нужно время. Но на это могут уйти десятилетия. А в космосе миллионы астероидов, которые еще не обнаружены. Сейчас мы должны развивать технологии, которые позволят нам узнавать состав астероидов и обезвреживать их, чтобы предотвратить столкновения в будущем.
Будущее нашей планеты в опасности. Если мы будем сидеть сложа руки, какой-нибудь астероид устроит нам такую погоду, что человечество исчезнет как вид. Forex Life – официальный представитель Forex в России. Отсутствие комиссии при вводе и выводе средств. Максимальный мультипликатор X500%. Встроенный торговый робот. Ежедневный гарантированный доход от акций компании. Все это и многое другое позволяет достигать максимальной прибыли. Начинай зарабатывать без рисков на Forex Life. Ссылка в описании под видео. Крайности космической погоды. У нас на Земле определенные виды климата. На других же планетах бушуют невиданные бури. Мы надеемся никогда не увидеть такой климат на Земле. Но почему он может наступить на нашей планете? Сможем ли мы пережить экстремальную космическую погоду? Крайности космической погоды. Самые сильные ветры в Солнечной системе. Вашингтон, округ Колумбия. Спокойный день внезапно становится штормовым. Когда самые быстрые ветры в Солнечной системе доходят до столицы. Они разгоняются до 1500 км/ч. Самый быстрый зарегистрированный ветер на Земле дул со скоростью 500 км/ч. А самые типичные быстрые ветры примерно 300 или даже меньше, так что 1500 весьма значительное число. Казалось бы, ветры до 1500 км/ч – это ударная волна. Разрушительная ударная волна и ветер от ядерной бомбы могут иметь ту же скорость. Но у ветров в этот ужасный день есть отличие. Они не кончаются. 1500 км/ч – это сверхзвуковая скорость, так что Белый дом не предупредят. На такой скорости окна сразу будут выбиты. Внутри Белого дома поднимется давление, как в воздушном шаре. Крышу снесет мгновенно, будто взрывом. И стены довольно быстро рухнут. Такие ветры действительно воют на других планетах. А самые быстрые ветры в нашей Солнечной системе обнаружены на Нептуне, восьмой и самой далекой планете от Солнца, орбита которой в 30 раз дальше, чем земная, на расстоянии 4,5 миллиардов километров. В отличие от газовых гигантов Юпитера и Сатурна, Нептун – гигант ледяной. Шар из воды, аммиака и метана в виде льда с маленьким твердым ядром и газообразной атмосферой. Сутки на Нептуне, время, за которое он оборачивается вокруг оси, длятся примерно 17 земных часов, а вокруг Солнца он оборачивается за 165 земных лет. Когда вы впервые смотрите на Нептун, вы видите, что он роскошного синего цвета. И мы считаем, что атмосфера Нептуна в основном из азота с небольшим количеством гелия и такими примесями, как метан. Температура на Нептуне минус 200 градусов вследствие дальности от Солнца. Это самая ветреная планета в Солнечной системе, и она синего цвета из-за метана. В 1989 году зонд Voyager 2 пролетел мимо ледяного гиганта, впервые дав человеку возможность увидеть синюю планету вблизи. Ветры, которые обнаружил Voyager, поразили всех. Как может землянин ощутить чудовищную мощь ветров в 1500 км/ч вокруг планеты Нептун? В аэродинамической трубе в Лас-Вегасе гигантский воздушный винт, установленный под полом, создает ветры, которые могут поднять вас от земли. Планетолог Адам Шоуман изучает самые быстрые ветры в Солнечной системе, и он приехал сюда, чтобы испытать самые быстрые ветры на Земле. Это будет самая большая скорость ветра, которую я могу испытать без серьезного риска для жизни. Попробуем скорость 190 км в час. Мы называем это равновесной скоростью, когда сопротивление за счет силы трения от падения в воздухе равно силе гравитации, тянущей меня вниз. Ну что ж, вперед.
Даже в контролируемых условиях столь быстрые ветры опасны. Адаму нужны защитный костюм, шлем и очки. Хотя ветер достаточно сильный, чтобы держать взрослого человека в воздухе, он намного медленнее ветров, дующих на Нептуне. Вы не встретите на Земле ветер в 1500 км/ч. На самом деле вы не встретите ветер и в 150 км/ч, разве что не окажетесь в нужное время в центре урагана или торнадо. Рекорд самой высокой скорости ветра был установлен тропическим циклоном Оливия в 1996 году, порывы которого в Австралии достигали 407 км/ч. В северном полушарии рекорд за горой Вашингтон в Нью-Гэмпшире, где весенний ураган в 1934 году достиг пика в 372 км/ч. Но эти рекорды не для торнадо, потому что метеорологи относят эти ветры к другой категории. В 2011 году торнадо прошелся под Джоплин, в штате Миссури, городку с населением в 50 тысяч жителей. Боже мой, это ужасно. Скорость ветра нельзя было измерить доступными инструментами, но по разрушениям можно сказать, что она была не менее 320 км/ч. В результате погибло 160 человек, более 1000 было ранено. Ущерб был оценен в 2 миллиарда долларов. Но самый быстрый ветер, измеренный на Земле, дул в 1989 году во время торнадо в Муре, в штате Оклахома. Если другие ветры измеряются при помощи анемометра напрямую, то скорость торнадо оценивается доплеровским радиолокатором. Мобильный радиолокатор определил скорость ветра между 450 и 516 километрами в час. На 320 километров в час быстрее, чем в вертикальной аэротрубе. Я испытал ветер 190 км в час. Самые быстрые ветры на Земле почти в 3 раза быстрее, а самые быстрые ветры на Нептуне быстрее в 7.5 раз. Но при 1500 км/ч ветры в верхних слоях атмосферы Нептуна могут казаться не такими быстрыми. То, как ощущается ветер в 1500 км/ч, зависит от местонахождения в атмосфере. Если вы на большой высоте, плотность низкая, и ощущение слабее. Там недостаточно силы. Но с другой стороны, если вы испытаете 1500 км/ч внизу атмосферы, вас буквально снесет. На высоте 1500 км в атмосфере Нептуна плотность примерно та же, что мы ощущаем на Земле. При 1500 км/ч такие ветры на Нептуне не только постоянны, но они дуют, возможно, уже миллионы или миллиарды лет. Если бы столь быстрые и долгие ветры оказались на Земле, смогли бы устоять наши самые долговечные монументы. Крайности космической погоды. Крайности космической погоды. Ветры в 1500 км/ч вокруг экватора Нептуна самые быстрые в Солнечной системе. На Земле самые быстрые ветры — это разрушительная сила. Мы знаем это по ущербу, который оставляют за собой ураганы или торнадо. Но самые быстрые ветры Нептуна постоянные и дуют, возможно, уже миллионы или миллиарды лет. Представьте нескончаемый поток такого ветра на Земле, где стоят одни из древнейших сооружений человечества. Великая пирамида Гизы выдерживала местные ветры и песок около 4500 лет. Как быстро ее бы разрушили ветры Нептуна? Ну что ж, пескоструйный аппарат разрушает известняк со скоростью 15 мм в час, может меньше.
И его струя выбивает песок из известняка со скоростью 320 км в час. У ветров в 1500 км в час в 20 раз больше энергии. А это значит, что их разрушительная скорость будет около 2.5 сантиметра в час. При 1500 км в час всего за 3 или 4 года Великая пирамида Гизы превратится в пыль. Быстрые ветры на Нептуне — не единственная крайность погоды ледяного гиганта. Далекая планета оказалась ураганной. Когда Voyager 2 пролетал мимо Нептуна, впервые в истории мы получили снимки планеты крупным планом. И мы были поражены, обнаружив темное пятно на поверхности Нептуна. Оно казалось постоянным, и оно было очень похоже на красное пятно на Юпитере. Большое темное пятно Нептуна — это ураган овальной формы, циркулирующий каждые 16 дней и охватывающий территорию размером с Землю. Астрономы задавались вопросом, столь же оно долговечно, как и большое красное пятно Юпитера, которому как минимум 350 лет. Открытие Voyager было неожиданным, потому что до этого все астрономы видели Нептун в телескопы с Земли как гладкий синий шарик. Мы обнаружили на Нептуне много других сюрпризов. Например, облака образуют компактную группу тонких белых облаков, движущихся на восток намного быстрее, чем темное пятно. К тому же было и маленькое темное пятно, которое назвали «темное пятно 2» или «глаз колдуна». Возможно, грандиозный полет Voyager'а мимо Нептуна был шокирующим. Но это еще не все. Космический телескоп Хаббл тоже нас поразил. У нас есть более свежий снимок Нептуна, и что же случилось с темным пятном? Его нет. Теперь мы понимаем, что эти пятна появляются и пропадают. Они могут возникать на поверхности планет, и они не обязательно стабильны. С учетом теории хаоса, мы считаем, что в итоге появится новое пятно, но сейчас, по снимкам телескопа Хаббл, пятна нет. Самые свежие снимки Нептуна показывают планету с весьма штормовой погодой. Времена года длятся десятилетиями, а новые ураганы возникают там, где исчезли предыдущие. А самая большая тайна бурной погоды Нептуна — это ее причина. Ветры в других местах возникают за счет тепла, а Нептун очень холодный. Он получает в 900 раз меньше солнечного света, чем Земля. Тогда как там могут быть самые быстрые ветры в Солнечной системе? Планета Земля и планета Нептун очень разные. Но у них есть одно сходство. На обеих есть постоянные ветры, дующие вокруг экватора. Разве что на Земле, где они называются пассатами, они дуют со скоростью 19 км в час. А на Нептуне — 1500. Что же придает ветрам Нептуна такую сверхскорость? Земные ветры возникают за счет солнечного тепла, но наша планета получает в 900 раз больше солнечного тепла и света, чем Нептун. Если вы думаете, что погода определяет Солнце, то вы ошибаетесь, потому что на Нептуне погода никак не связана с Солнцем. Действие погоды и ветра приводит что-то еще. Это что-то может быть адской жарой из глубины планеты. Атмосферная температура Нептуна — минус 200 градусов. А в ядре она может достигать 6500 градусов выше нуля. Вот тут-то все и начинается. Когда вы кипятите воду на плите, вода нагревается снизу, создавая конвекционные потоки. Вы видите пузырьки. То же самое происходит на Нептуне. Направленные вверх пузырьки газа из глубин вместе с быстрым вращением планеты создают ветер большой скорости. Обычно ветры возникают на границе горячего и холодного. И движение воздуха — это движение горячего воздуха в холодные области. Однако ветры могут возникать и за счет скорости вращения самой планеты. И это один из факторов, по которым Нептун — самая ветреная планета в Солнечной системе. Он быстро вращается.
Добавьте быстрое вращение Нептуна к его размеру, и скорость увеличивается. Экватор планеты около 160 тысяч километров. Почти в 4 раза больше земного. Планета оборачивается вокруг оси за 17 часов, то есть экваториальная скорость достигает 10 тысяч километров в час. Земной экватор вращается со скоростью всего 1600 километров в час. Если бы ветры Нептуна дули на Земле, самолет, летящий из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, столкнулся бы со встречным потоком воздуха в 1500 километров в час. Пассажирский лайнер летает со скоростью около 1000 километров в час, так что его просто бы толкало назад. Было бы быстрее совершить обратный путь, чтобы встречный ветер стал попутным, и добраться до Нью-Йорка за 13 часов на скорости 2700 километров в час. Ветры Нептуна дуют не только быстрее всех в Солнечной системе. Они еще и дуют в обратную сторону, против направления вращения планеты. Это результат знакомого всем метеорологам явления – силы Кориолиса. По мере вращения планеты все движется по изогнутым траекториям. Вращающийся столб в лаборатории Калифорнийского университета показывает, как это происходит. Камера, установленная наверху, вращается вместе со столом, и с ее позиции стол стоит на месте. Мы запускаем маленький шарик. На самом деле шарик-подшипник. От края вращающегося стола по направлению к центру. И при движении внутрь он отклоняется в сторону, когда мы видим его во вращающейся рамке. И это отклонение часто называют кориолисовым отклонением. На вращающемся столе шарик отклоняется вправо, против вращения стола. На Нептуне ветры действуют аналогичным образом, дуя с востока на запад, а планета вращается в обратную сторону. На самом деле, то же самое верно для земных пассатов, которые также дуют с востока на запад, против направления вращения нашей планеты. На Земле ветры дуют только в тонкой оболочке нашей атмосферы. На Нептуне они начинаются у поверхности, и у них есть тысячи километров, чтобы набрать скорость. А потом они поднимаются и двигаются по кривой вокруг поверхности из-за силы Кориолиса. Ветры на Нептуне похожи на земные больше, чем на ветры других гигантских планет. Они просто намного быстрее ветров на Земле. Но где-то во Вселенной есть планета со скоростью ветра в 10 тысяч раз больше. Это гигантские планеты, как наш Юпитер. Шары из газа и жидкости, без твердой поверхности, которая бы сдерживала ветер. На планете без твердой поверхности, как только ветры разгоняются до очень высокой скорости, поддерживать их становится относительно легче, потому что нет сопротивления или трения, которое бы их сдерживало, как на Земле. Одна такая планета была найдена на расстоянии 51 световой год от Земли. Ее орбита находится так близко, что одна сторона планеты направлена к ее Солнцу, а другая повернута назад. Это означает, что одна сторона жгуче-горячая, а другая невероятно холодная. Но космический телескоп Спитцер показал, что температура на горячем гиганте составляет 930 градусов и на дневной стороне, и на ночной. Для этого ветры должны переносить тепло вокруг планеты. Как быстро? Согласно расчетам, 15 тысяч километров в час. На контрасте, ветры в 1500 километров в час на Нептуне кажутся вполне сносными, такими, с которыми мог бы справиться человек. Если бы ветры Нептуна в 1500 километров в час дули на Земле, ученые могли бы подумать об их использовании для получения энергии. На Земле ветряные турбины рассчитаны на скорость до 320 километров в час. Если ветер слишком быстрый, турбины выключаются, чтобы избежать повреждений. Но каких бы повреждений удалось избежать с нептунианскими ветрами в 1500 километров в час?
Если это воздух, подобный воздуху на поверхности Земли, с таким же атмосферным давлением, то турбина разломилась бы на куски довольно быстро. Она бы стала неустойчивой. Лопасти разлетелись бы на части. Но человечеству не стоит надеяться, что его сооружение выдержит скорость ветров Нептуна. При 1500 км/ч большинство зданий снесет. Долговечные монументы человечества превратятся в ничто, так как крайности космической погоды не под силу Земле. Forex Life – официальный представитель Forex в России. Отсутствие комиссии при вводе и выводе средств. Максимальный мультипликатор X500%. Встроенный торговый робот. Ежедневный гарантированный доход от акций компании. Все это и многое другое позволяет достигать максимальной прибыли. Начинай зарабатывать без рисков на Forex Life. Ссылка в описании под видео. На сегодня объявлено штормовое предупреждение. Образовалась целая серия гигантских атмосферных вихрей с ветром, доходящим до 1000 км/ч. К счастью, мы вне опасной зоны, потому что эти смерчи кружат в космосе. Скорость ветра доходит до 500 км/ч. Но что бы произошло, если бы подобный смерч обрушился на ваш город? Просто пуф, и ее нет. Вы увидите гигантские смерчи в программе «Крайности космической погоды». У нас на Земле определенные виды климата. На других же планетах бушуют невиданные бури. Мы надеемся никогда не увидеть такой климат на Земле. Но почему он может наступить на нашей планете? Сможем ли мы пережить экстремальную космическую погоду? Крайности космической погоды. Смерчи. Сейчас в штате Одинокой Звезды поздняя весна, пик сезона торнадо. Чудовищный смерч возник во время жуткой грозы. Его громадная воронка почти 5 километров в диаметре. И на ее пути один из густонаселенных городов Техаса. Если бы подобный смерч надвигался на Даллас, его жителям предстояло бы испытать природную катастрофу такой мощи, какую и вообразить невозможно. Четверть города была бы стерта с лица земли. Скорость ураганного ветра достигает 800 км/ч. Самое впечатляющее зрелище представляло бы разрушение башни Реюнион. Верхушку снесло бы в секунду. Просто пуф, и ее нет. Саму башню, вероятнее всего, вырвало бы вместе с фундаментом, и она рухнула бы целиком. К счастью, этот смерч никогда не проносился над Далласом. По мнению ученых, такой монстр может скрываться на одной из недавно открытых планет, удивительно похожей на нашу. Эта планета почти в полтора раза больше Земли. И она находится на таком же расстоянии от своего Солнца, как Земля от нашего. В начале 2013 года космический телескоп Кеплер обнаружил эту суперземлю в 2070 световых годах от нас. На сегодняшний день эта планета самая близкая по своим параметрам к нашей. Мы предполагаем, что на ней могут быть плоские континентальные области, которые подвергаются сильным холодным фронтам, и теплые морские широты, которые порождают массы влажного воздуха. Если эти предположения верны, то там должны рождаться гигантские торнадо. Кроме того, на этой планете смерчи могут оказаться более частым явлением. Основной причиной смены времен года на Земле является наклон земной оси. Большая часть смерчи проносится весной, когда Солнце обогревает Землю достаточно равномерно. Если ось суперземли отклонена чуть меньше или вовсе не отклонена, смена времен года там не происходит. Это планета вечной весны. При отсутствии сезонности смерчи могут возникать круглый год.
Вместо одной четверти года, опасной такими ураганами, они будут бушевать круглый год. На Земле самый сильный ветер из когда-либо зарегистрированных доходил до 480 км в час. Мы не можем точно определить климатические условия на суперземле, но при поступлении теплого атмосферного воздуха, насыщенного водяным паром, вполне вероятно, там возникают суперсмерчи. Сделав несложные расчеты, мы можем предположить, что там возникают смерчи, превосходящие по размерам наши земные в 2-3 раза и гораздо более разрушительные. Скорость ветра предположительно может достигать той, с которой летит пассажирский самолет, то есть 800 км в час. Но неужели смерчи существуют лишь на планетах, схожих с Землей? На любой планете, имеющей атмосферу, могут возникать смерчи. Единственное условие их возникновения — атмосферный вихрь, энергия, которая сконцентрирована в вихревом потоке. На Марсе возникают пылевые смерчи, циркулирующие вихри ветров, которые создают воронки из мельчайшей пыли, проносящиеся по мрачной пустыне. На Земле тоже существуют пыльные вихри. Их максимальная высота — 1 километр. Считалось, что на Марсе такие воронки могут достигать 10 километров в высоту. Считалось, до 2012 года. Данные с космического зонда-разведчика шокировали астрономов. Смерч оказался высотой в 20 километров. Но он был очень узким. 64 метра в диаметре. НАСА описывала занимаемую им площадь как 3/4 футбольного поля. Представьте, что вы сидите на футбольном стадионе, и возникает этот смерч в 3/4 стадиона. И он поднимается на высоту в 20 километров. Если бы он захватил вас, вы бы поднимались все выше, выше и выше в очень узком вихре пылевого смерча. На гигантских планетах Солнечной системы тоже могут возникать смерчи. Известно, что на Юпитере, Сатурне и Нептуне возникают вихревые облака и ураганы. Космический аппарат Кассини сделал снимок южного полярного региона Сатурна, на котором видны вихревые облака очень знакомой нам формы. Они до боли напоминают данные доплеровских локаторов, которые распознают места возникновения смерчей на Земле. Я не удивлюсь, если однажды мы сможем доказать факт существования смерчей на Сатурне. Но на сегодняшний день у нас нет для этого достаточно точных инструментов. Самые большие смерчи в Солнечной системе возникают не на планетах, а на Солнце. Ученым давно известно, что Солнце извергает огромные протуберанцы. Выбросы пылающего газа, которые устремляются в космос. Однако с помощью съемок видео с высоким разрешением был выявлен особый вид восходящих протуберанцев, который можно назвать солнечными смерчами. Они достигают размеров, равных 5 диаметрам Земли в ширину и 10 в высоту. Скорость ветра почти 500 тысяч километров в час. Эти смерчи просто чудовищные. Солнечные протуберанцы становятся максимальными, когда наступает пик 11-летнего цикла солнечной активности. Огромные солнечные торнадо имеют нечто общее со своими земными аналогами. У земных смерчей существует сезонная цикличность. Солнечные торнадо также привязаны к 11-летнему пику появления солнечных пятен. Когда происходит взрыв плазмы, выбрасываемой в космос, она создает торнадо. Таким образом, на Солнце существует собственный сезон торнадо. Сезон торнадо на Солнце — лишь время возникновения этих гигантских монстров. Но там существуют и более мелкие смерчи. Что происходит, когда одновременно начинается 11 тысяч смерчей? Крайности космической погоды.
крайности космической погоды. Мало что сравнится с пугающей разрушительной силой мощного смерча. Поднимающиеся в небо воронки – жуткое зрелище на Земле. Но, как оказалось, этот феномен существует по всей Солнечной системе. Смерч – это вихрь. А вихри происходят во всей Вселенной, куда бы вы ни взглянули. Смерчи сродни огненным солнечным протуберанцам, которые настолько велики, что могли бы 5 раз обернуться вокруг Земли. Но недавно ученые обнаружили существование 1000 более мелких смерчей на Солнце. Мелких для Солнца, но гораздо более мощных любого земного смерча. Они очень отличаются от тех смерчей, которые мы привыкли видеть на Земле. 1600 километров в диаметре и 2-3 тысячи километров в высоту. Самый свирепый смерч на Земле в 400 раз меньше. Рекордным считается смерч 2004 года в Халламе, Небраска. Он был настолько чудовищным, что после него осталась полоса разрушений шириной в 4 километра. Но представьте себе смерч шириной в 1500 километров, сносящий все на своем пути с вихревыми потоками ветра, доходящего до 10 тысяч километров в час. При такой скорости ветер сдует все здания на своем пути, как будто они сделаны из промокашки. Площадь разрушения будет 2 миллиона квадратных километров. Представьте себе озеро Эри. Смерч просто выплеснул бы из него воду на руки. Всю воду за пару секунд. А теперь подумайте, что будет с мощным Ниагарским водопадом? Ведь река Ниагара берет начало из озера Эри. Значит, водопад тут же пересохнет и останется без воды на неделю. Знаменитый водопад однажды уже оставался без воды в 1969 году. Когда правительство решило отвести русло реки. Но такого никогда не происходило из-за экстремальных погодных условий. Смерчи на Земле могут возникать как разрозненные феномены или объединять свою разрушительную мощь воедино. В апреле 2011 года на территории 21 штата одновременно возникло 358 очагов стихийного бедствия. Но на Солнце их в 30 раз больше. 11 тысяч в любой момент времени. Эти смерчи возникают не из атмосферы. Их порождают раскаленные газы и магнитное поле. На Солнце огромное количество смерчей из-за аномальной активности магнитных полей, создающих карманы раскаленного газа, тысячами закручиваемых вихревыми потоками. Компьютерная модель воссоздает путаницу линий магнитных полей, управляющих движением газа. И мы видим, как вихревой поток заставляет газ выстреливать наверх, формируя вращающуюся воронку или солнечный смерч. Газ в солнечных смерчах раскален настолько, что его атомы разделены на положительно и отрицательно заряженные частицы. Эту систему заряженных частиц и называют плазмой. Когда мы учились в школе, нам объясняли, что существует 3 состояния вещества – твердое, жидкое и газообразное. Это неправда. Солнце состоит из плазмы. Большая часть Вселенной, включая звезды и межзвездные туманности, тоже из плазмы. Мы – уроды, белые вороны, состоящие из твердого, жидкого и газообразного вещества. Но привыкайте к мысли, что большая часть Вселенной – это плазма. Привыкнуть к этой мысли значит понять, что большинство смерчей во Вселенной тоже состоит из заряженных частиц плазмы, закрученных в воронку магнитным полем космоса. На Земле смерч — это стихийное бедствие. К счастью, относительно редкое.
а в космосе смерчи кружат постоянно. В любой момент времени на Солнце их 11 тысяч. И недавно астрономы открыли еще один вид смерчей. Он состоит из тонкого потока заряженных частиц, который излучается Солнцем и достигает земной атмосферы, сотрясая ее электрическим током несколько раз в день. Космические торнадо приходят к нам каждые несколько часов. Они вливают около миллиона ампер в земную ионосферу в полутора сотнях километров над нами. Этого бы хватило, чтобы осветить сотни тысяч домов. Именно благодаря этим торнадо мы и видим великолепное сияние в полярных регионах Земли. Но излучение самих воронок настолько рассеяно, что они не видны невооруженным глазом. Нам давно известно, что это явление зависит от солнечного ветра. Он представляет собой постоянный поток заряженных частиц, который льется от Солнца на Землю. Перед учеными встала задача. Подсчитав запас энергии, которую несет солнечный ветер, они выяснили, что ее недостаточно для того, чтобы породить зрелище, которое мы называем полярным сиянием. Значит, должен существовать другой источник этой энергии. Этим источником энергии оказалось магнитное поле Земли. Оно преломляет солнечный ветер, заставляя заряженные частицы распыляться вокруг планеты. На теневой стороне Земли энергия солнечного ветра скапливается, а затем высвобождается вспышками силовых линий магнитного поля планеты. Эти линии пересекаются на темной стороне планеты. И когда это происходит, они перестраиваются, высвобождая заряд энергии. Это явление принято называть суббурей. Магнитосферные суббури вызывают комплекс возмущений, которые генерируют вращательный момент, необходимый для торнадо. Это вращение создает вихри, подобные кольцам циркулирующего пара, существующего при турбулентном течении в аэродинамической трубе на Земле. Эти водовороты и есть космические торнадо. И через минуту после того, как они сформированы, этот вихрь, скручивание линий магнитного поля, направляет частицы вниз, в ионосферу Земли, где и возникает полярное сияние. Космические смерчи, порождающие полярное сияние, огромные. Они формируются на высоте в сотню тысяч километров над Землей, принимая вид классической воронки, широкой вверху, и сужающийся к низу. Там, где они касаются земной атмосферы. Космические смерчи в магнитосфере Земли в два раза шире ее, примерно 24 тысячи километров в диаметре. Но вместе соприкосновения с Землей они сильно сужаются. Этот летящий, вращающийся рой частиц похож на воронку смерча. Но эти смерчи, достигающие Земли, и их старшие братья, солнечные торнадо, кажутся крошечными по сравнению с теми, что возникают в дальних уголках Вселенной. Представьте себе мощь торнадо величиной с галактику, растянувшегося в космосе на миллионы световых лет. Земные смерчи представляются детской шалостью на фоне гигантских воронок, кружащих во Вселенной. Для возникновения космического торнадо необходима какая-то сила, создающая вихревое движение, подобное ветру на Земле, чтобы материю закрутило в спираль и образовалась аналогичная воронкообразная форма. Торнадо на Земле создают воздух, вода и ветер. Механизм возникновения и жизнедеятельности космических торнадо другого рода. Они состоят из заряженных частиц плазмы, кружащих по спирали под воздействием магнитных полей. Космические торнадо могут выглядеть так. Они выстреливают из звезд, которые только формируются. Но самые мощные — колоссальных размеров, длиною в миллионы световых лет. Они образуются в быстро вращающихся черных дырах галактик высокой энергии.
Их называют астрофизическими струями или джетами. В космосе их множество. Джет формируется в центральной части галактики и сравним с торнадо, потому что плазма вращается вокруг гигантской черной дыры. Внутри этой плазмы магнитное поле, которое удерживает заряженные частицы. Таким образом, перед нами вращающееся магнитное поле, разгоняющее заряженные частицы к внешнему краю воронки, очень похожей на космический смерч. Эти джеты — смерчи невероятно мощные. Газ внутри них движется со скоростью, близкой к скорости света. Что случится с тем, кто попадет на линию огня? Если ваш космический аппарат окажется неподалеку от такого джета, вам грозят серьезные неприятности. Удивительно, но сам корабль останется целым. В отличие от земных торнадо, космические настолько тонкие, что физически вы их даже не почувствуете. Опасность таится в невероятной скорости заряженных частиц джета. Частицы движутся практически со скоростью света. Они очень быстрые и при этом испускают высокоэнергетическое излучение. Если у вас нет надлежащей защиты, она вас накроет. И спастись будет нереально. Forex Life – официальный представитель Forex в России. Отсутствие комиссии при вводе и выводе средств. Максимальный мультипликатор X500%. Встроенный торговый робот. Ежедневный гарантированный доход от акций компании. Все это и многое другое позволяет достигать максимальной прибыли. Начинай зарабатывать без рисков на Forex Life. Ссылка в описании под видео. Главная задача для человека, когда обрушиваются земные торнадо, спастись от их беспощадной разрушительной силы. Но эти вихри бушуют во Вселенную. И если однажды такой смерч обрушится на Землю, вряд ли кому-то удастся выжить. Такие торнадо – поистине проявление крайностей космической погоды. Программа озвучена на студии «Кириллица», текст читал Алексей Войтюк. Метеорологи передают срочное предупреждение об урагане. Подробности пугают. Ветер достигнет скорости в 640 км в час. Диаметр шторма 26 тысяч километров. Он будет длиться веками. Радует, что ни один город не в опасности, потому что этот шторм произойдет на Юпитере. Большое красное пятно Юпитера больше, чем 20-я категория Урана. Он на расстоянии 800 миллионов километров. Но интересно, каким бы он был на Земле? Буря на Земле с интенсивностью большого красного пятна была бы очень разрушительной. Вода будет подниматься, и уровень достигнет сотни метров. И путь урагана будет таким медленным, что он покажется вечным. Буря будет длиться очень долгое время. Это не самое лучшее место. Осторожно. Это худшее проявление космической погоды. Самая большая буря в Солнечной системе. У нас на Земле определенные виды климата. На других же планетах бушуют невиданные бури. Мы надеемся никогда не увидеть такой климат на Земле. Но почему он может наступить на нашей планете? Сможем ли мы пережить экстремальную космическую погоду? Крайности космической погоды. Самый большой шторм в Солнечной системе. Планета Юпитер – монстр Солнечной системы. Ее масса в 2,5 раза больше массы остальных планет вместе взятых. На самой большой среди своих соседей планете – самая большая буря в Солнечной системе. Гигантская система, подобная урагану с ветрами 640 км в час, известная как Большое Красное Пятно. Что бы произошло, если бы столь сильная буря возникла на Земле? Надеемся, такой день никогда не настанет. Метеорологические спутники замечают жуткий ураган в открытом океане. Ни у одного урагана на Земле не было ветров быстрее 320 км в час до сих пор. Ураганы на Земле и так приносят огромный ущерб. Представьте ветры со скоростью 640 км в час. Если удвоить скорость, это будет четырехкратная энергия этих закрученных частиц. Ущерб был бы громадным.
В 2012 году прибрежные города США были разрушены суперураганом Сэнди. Любые береговые линии на пути этого огромного шторма столкнулись бы с чрезвычайной опасностью. Последствия Сэнди – ничто по сравнению с тем, что может причинить этот гигантский шторм. Как любой ураган над водой, он создаст штормовой прилив. Вода поднимется. Вы увидите нечто по-настоящему ужасающее. Огромную водяную стену, направляющуюся прямо на вас. Некоторые участки выдержали трехметровую волну от суперурагана Сэнди. Но этот шторм может быть в 20 раз хуже. С 60-метровой волной многие прибрежные города оказались бы полностью под водой. К счастью, гигантский шторм, известный как Большое Красное Пятно, в 800 миллионах километров отсюда, на Юпитере, пятой планете от Солнца. Юпитер – самая большая планета в Солнечной системе, в 1300 раз больше Земли. У него 67 известных лун, сутки длятся 10 часов, и он оборачивается вокруг Солнца за 12 земных лет. Эта планета – гигантский шар из газа и жидкости. Температура, леденящая душу, минус 145 градусов. В бурной атмосфере можно встретить разряды молний, гелевые дожди, реактивные течения и бушующие штормы по всей планете. Большинство из них небольшие для Юпитера, но один настоящий гигант. Мы называем его Большое Красное Пятно. Большое Красное Пятно – огромный шторм в южном полушарии Юпитера. Он настолько большой, что в нем рядом поместилось бы две Земли. Он около 25 тысяч километров с востока на запад и около 13 километров с севера на юг. На Земле такие штормы называют ураганами или тайфунами. Самый большой тайфун ТИП вызвал обвал в Японии в 1979 году. Он был шириной около 2000 километров. Пятно Юпитера охватывает область в 70 раз больше. Мегашторм также очень старый. Самый долгий ураган на Земле, тайфун Джон, длился 31 день в 1994 году. На Юпитере Большое Красное Пятно существует в 4100 раз дольше и не кончается. Большое Пятно известно уже около 350 лет. Супершторм Юпитера был открыт астрономами в 60-х годах 17 века. Возможно, он существует дольше, чем пара сотен лет, которые мы его видим. Мы этого даже не знаем. Большое Красное Пятно обычно сравнивают с ураганами на Земле, потому что это циркулирующая система, также известная как вихрь. На Земле ураганы классифицируются по шкале от 1 до 5. Ураган 2005 года Катрина достигал скорости ветра в 280 км в час. То есть он относился к пятой категории, которая включает все быстрее 250 км в час. На Юпитере шкалы от 1 до 5 было бы явно недостаточно. Если вы сравните скорости ветра в Большом Красном Пятне Юпитера с ураганами на Земле, вы узнаете, что Большое Красное Пятно Юпитера больше, чем 20-я категория урагана. Большое Красное Пятно называют обратным ураганом, вращающимся в обратном направлении по сравнению со штормами на Земле. Большое Красное Пятно находится в южном полушарии Юпитера, а такие штормы, как ураганы в южном полушарии Земли, вращаются по часовой стрелке. Этот же вращается против часовой стрелки. Еще одно обратное явление в Большом Красном Пятне – это то, что это система высокого давления. Все ураганы на Земле – системы низкого давления. В ураганах низкого давления на Земле самые быстрые ветры посередине. Они окружают эпицентр.
В большом красном пятне самые быстрые ветры вокруг внешнего края. Что если бы земной самолет попал в самый быстрый ветер красного пятна? В 640 километров в час, диаметром в 5 километров. Это Си-130 «Геркулес». Знаменитый грузовой самолет, оборудованный для охотников за ураганами. Смелых команд, которые летают в сильные бури для сбора данных для метеорологов. Казалось бы, самолет должен разорваться на куски от ветров большого красного пятна. По краям шторма ветры очень быстрые. Их скорость 640 км в час. Это сильный шторм, как ни крути. Но в центре он довольно спокойный. Это кажется невероятным, но охотники за ураганами обнаружили бы, что их самолет легко пережил бы попадание в шторм. Шестьсот сорок километров в час, особенно с малой турбулентностью, это вполне в рамках возможностей самолета и в рамках возможностей пилотов. Самолеты летают примерно на скорости 640 километров в час. Они могут легко выдержать такой ветер. На самом деле самолеты среди немногих сооружений, которые это могут. Тайны большого красного пятна Юпитера выходят за пределы его размера и мощи. Ученые ломают голову и над его возрастом. Какие странные процессы позволяют этому чудовищному вихрю кружить век за веком? Он как избирательный каннибал, который умеет питаться. Но чем питается гигантский каннибал и может ли он пировать вечно? Крайности космической погоды. Крайности космической погоды. Большое красное пятно Юпитера – это ураган высокой скорости с ветрами до 640 км в час. Его центр на широте 22 градусов к югу от экватора Юпитера, и он медленно движется на запад. Несмотря на его величину, он занимает лишь малую долю поверхности гигантской планеты. Даже так, уменьшенное по масштабу большое красное пятно, которое занимает ту же часть поверхности Земли, было бы гигантским. 2300 километров в диаметре. Если бы у Земли было собственное большое красное пятно, его центр располагался бы на высоте около 22 градусов к югу от экватора, например, там, где сейчас находится Рио-де-Жанейро, и ураган был бы гигантским. Он был бы диаметром со всю Южную Америку на той же высоте. Ландшафт Рио подобен чаше, открывающейся к морю. Штормовой прилив поднял бы потоки воды в сторону окружающих гор. Вода поднялась бы до сотни метров и оставалась бы так около 40 дней, пока бы не прошел шторм. Над городом возвышается знаменитая статуя Христа Искупителя высотой в 30 метров и весом в 700 тонн. Как другие монументы и высокие здания, она сконструирована так, чтобы выдерживать ветра не более 320 км в час. Статуя сделана из армированного бетона. Безжалостное давление ветра в 640 км в час отделило бы статую от ее основания. Статуя, возможно, упала бы целиком, а потом бы развалилась. Но, конечно же, большое красное пятно существует на Юпитере, а не здесь. Что позволяет гигантскому вихрю кружить 350 лет или даже дольше? Одной из причин может быть то, что этот шторм проходит над поверхностью не так, как ураганы на Земле. Когда ураганы проходят над сушей, они теряют энергию и сходят на нет. У Юпитера совсем нет суши. Даже так, все его штормы в итоге рассеиваются. Только большое красное пятно остается. Есть теория о том, что сохраняет красное пятно. Мы не совсем это понимаем, но одна теория заключается в том, что два потока идут рядом друг с другом в противоположном направлении. Они могут превратиться в своеобразные колеса. Эти маленькие шестерни между двумя потоками проходят мимо друг друга. И с этой теорией сейчас соглашается большинство.
Но, возможно, большое красное пятно – монстр, который вертится за счет поглощения меньших штормов, которым не повезло оказаться вблизи. Большое красное пятно Юпитера почти как живое существо. Он выборочно поглощает другие вихри, ураганы, поменьше с тем же направлением вращения. И он отгоняет вихри с другим направлением вращения. Он как избирательный каннибал, который умеет питаться, и он будет питаться так часто, как это ему необходимо, чтобы не погибнуть. Но сколько он может сохраняться? Уже заметны признаки его старения. Большое красное пятно не статично. Оно постоянно меняется, и оно уменьшилось наполовину за сотню лет. Мы считаем, что когда-то большому красному пятну придет конец. На самом деле, примерно в 2040 году, и многие из нас доживут до этого. Атмосфера Юпитера будет образовывать вихри, пока не появится новый гигантский шторм. Будущее большого красного пятна пока остается загадкой. Но некоторые ученые надеются заставить странный шторм раскрыть свою сущность, создавая собственное красное пятно прямо в лаборатории. Гигантская планета Юпитер – это место с постоянной плохой погодой. Под красочным аммиаком в облаках верхнего слоя Юпитера слой водного пара, компонента для гроз. В этих штормах капли воды и частицы льда задевают друг друга и сталкиваются. И от этого они заряжаются. В итоге возникает положительно заряженная часть облака и отрицательно заряженная. Это создает сильное электрическое поле. Именно то, что нужно для вспышек молнии с громом. И электрические поля настолько мощные, что молнии намного сильнее, чем на Земле. В США ежегодно происходит 30 миллионов вспышек молнии от сотни тысяч гроз. Представьте, что юпитерианская молния в несколько раз мощнее, чем наши, попала бы в электрические провода на Земле. Энергосеть может выдержать одну молнию, но целая серия ударов – это уже совсем другое дело. Вместо небольшого отключения, к которому мы привыкли, гроза может погрузить целый город, как Чикаго, в полную темноту. На Земле грозы могут быть до 20 километров высотой с глубокой сложной структурой. Но из космоса мы видим только верхнюю поверхность большого красного пятна. И чтобы узнать, как оно работает, ученым нужно взглянуть на его форму в трех измерениях. Исследователи в Лос-Анджелесе создают трехмерные модели. Они работают с простыми резервуарами с жидкостью на крутящихся столах, которые изображают атмосферы вращающихся планет. Наши эксперименты с вращающимися резервуарами показали в довольно простой системе, что вращение жидкости естественным образом ведет к большим стабильным вихрям, таким, какие вы видите на газовых планетах, как большое красное пятно. Но атмосфера Юпитера состоит из слоев. На высоте газ тонкий. Он становится плотнее и плотнее по направлению к центру планеты, пока давление гравитации не превращает его в жидкость. Там совсем нет твердой поверхности. Директор лаборатории Джонатан Орну помогает профессору Майклу Лебарсу показать необычный новый эксперимент. В его резервуаре жидкость расслоена, как Юпитер. Мы сделали резервуары с водой, где самая плотная жидкость внизу, а наименее плотная наверху. Это может быть первое четкое изображение трехмерной формы большого красного пятна. Здесь, во вращающемся слоеном резервуаре, оно создается за считанные минуты. Искусственное красное пятно превращается в плоскую форму блина. Большое красное пятно на Юпитере охватывает обширную зону, но оно растянуто очень тонко,
В отличие от глубоких ураганов и гроз на Земле, которые доходят до поверхности планеты. Имитация большого красного пятна в лаборатории – всего лишь первый шаг в понимании того, как работает эта буря. Но в другом месте один из ее секретов был раскрыт. После наблюдения большого красного пятна Юпитера в течение 350 лет, астрономы обнаружили, что этот гигант выживает, поглощая своих невинных соседей, меньшие штормы, которые попадаются у него на пути. И несмотря на то, что некоторые его тайны были раскрыты, одна из загадок продолжает нас мучить. Почему красное пятно красное? Это был один из самых спорных вопросов во всей планетологии. На Земле даже самые большие ураганы белые при виде из космоса. В конце концов, вода отражает белый свет. То есть большое красное пятно должно состоять из чего-то другого. Мы выполнили лабораторный эксперимент, который, кажется, отвечает на этот вопрос. В лаборатории реактивного движения в Калифорнии ученые недавно решили найти ответ на многовековую загадку. Ты медленно открываешь клапаны одновременно. Мы с доктором Робертом Карлсоном воссоздавали Юпитер в лаборатории. Мы добавили аммиак и несколько других газов, пытаясь создать красное пятно. Много раз мы терпели неудачи, у нас получались зеленые пятна вместо красных, что нас удивило. Но они не сдавались. И в октябре 2012 года Карлсон и Бэйнс объявили о первом вероятном рецепте для красного цвета в гигантском шторме Юпитера. Работая с соединениями, которые существуют на Юпитере, они пришли к секретной комбинации. Она начинается с аммиака, который содержится в бытовых очистителях. Затем они добавили ацетилен, газ, используемый в сварочной горелке, а также ультрафиолет, который дает солнце. И два газа расщепились и создали сложные соединения, которые похожи на кусок Юпитера прямо в лаборатории. Это потрясающее попадание. Знаешь, мне хочется сказать «Эврика!». Комбинация Карлсона и Бэйнса из аммиака и ацетилена превратилась в...